26-летняя певица поделилась интересным фото с коллегой. Алсу и Дима Билан предстали в нарядах в стиле Family Look. Звезда порадовала поклонников ярким кадром с выступления победителя Евровидения 2008. Билан надел черный джемпер и облегающий брючный костюм бирюзового цвета. Алсу оказалась в наряде в тех же тонах. Она выбрала роскошное атласное платье с запахом и смелым декольте. Вырез сбоку позволил певице эффектно продемонстрировать стройные ноги в танце. «Про белые розы и желтые тюльпаны», — написала Алсу, отметив Диму Билана и его хит. Яна Рудковская тут же отреагировала на публикацию фото со своим подопечным. Продюсер Димы Билана поставила смайлик в форме сердечка. Фото звезд восхитило актрису Олеся Судзиловскую. «Красота», — высказала звезда сериала «Филатов». Поклонники Алсу также пришли в восторг от совместного снимка двух любимых артистов. «Может быть, когда-нибудь мы услышим ваш полноценный совместный дуэт? На одной волне, какой цвет одежды у вас умотнейший? Это что-то среднее между мятой и бирюзой. Выглядит просто потрясающе. Вы в одной гамме. Красиво, какое интересное фото, так и хочется плей нажать», — написали фолловеры певицы. Алсу уже показывала это платье в голливудском стиле от российского дизайнера Александра Терехова. Исполнительница хита иногда выходила в бирюзовом наряде в свет, дополнив его эффектными украшениями. Ранее звезда похвасталась стройной фигурой в облегающем черном платье с обнаженным плечом. После скандала на шоу «Голос» дети певица призналась, что покупала голоса для своей дочери. С Микелой произошел забавный конфуз, ее селфи испортил Владимир Машков.